8 человек из маршрутки пострадали в результате ДТП в Омске. В соцсетях разлетелось видео, как толпа примерно из 20 человек переворачивает микроавтобус, попавший в аварию. В результате неравнодушные амичи спасли людей, оказавшихся зажатыми в салоне. Авария произошла на пересечении улицы Масленникова с проспектом Карла Маркса. Момент попал на видео. 42-летняя дама на Mitsubishi Outlander пролетела на красный сигнал и на полном ходу врезалась в маршрутку, в которой находились 12 человек. Микроавтобус упал на бок. Прохожие и водители соседних машин кинулись на помощь пострадавшим. Все вместе оперативно поставили маршрутку на колеса и стали вытаскивать наружу пассажиров. Виновница ДТП серьезных травм не получила, а вот пассажирам маршрутки понадобилась помощь медиков. Троих госпитализировали с различными травмами, а еще 5 назначено амбулаторное лечение, сообщает полиция. В отношении автоледи составлена административка за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора.